जा सकता है, कल तो जाएगा नहीं। हेलो, एक घंटा देख लेगा सब घूम सकता। Вот зачем столько охраны? Ну ведь не ведут себя индийцы плохо. Ведь они же хорошие люди, в Бога верят на самом деле. Вежливые, порядочные. Зачем столько охраны? Такой серьезный подход. Металлоискатели, обыски. Вот на каждом шагу. Женщины обыскивают за шторкой. Мужчин вот прямо на входе. Да ладно, это ж их страна, им видней. Надо. Никогда не надо. Здесь я самый хороший храм. Рядом это Айс Фонт Темпл. Кришна, Кришна. Хорошо, спасибо. Куда вы? Москва? Нет, Украина. Синельникова. Много людей проходит сегодня. Храм? Да, да. Много людей, да. Ну это хорошо, что посещают храмы, это отлично. Один утром были, здесь автобус очень большой, 50 человек. Кто за курит? Понятно. А мне не надо, спасибо, я гуляю. Откуда вы так хорошо знаете русский? Я 30 лет назад работал в Тукту. А, вы прям в Индии выучили русский язык, да? Дома посмотри, блокноты, которые писал русский. Боже мой, вы талантливый человек. Или я с вас время, и здесь сзади самый хороший храм, то я есть Ари Кришна, Ари Рама. И один есть другой, Дели Базар. Дели Хардинес, который номер первый Дели Базар, это самый большой базар. Ну мне не надо, спасибо, уже вечереет, да? Сегодня воскресенье, 20% дисконт. Ага. Или я с вас время 100 рупий дам, я тебе два покажу. Первый искон, потом дельный покажу. А мне, в общем-то, пока не надо. Я гуляю, я еще не там интересуюсь покупками, да. Там самый хороший, который храм. Покупки я уже буду делать, возможно, на обратном пути. Я пока только вперед. Которые Дели Базар тоже номер первый. Там сувенир, коза, серебро, золото, сари, пари. Сегодня 20%. Понятно, хорошо, спасибо. До свидания. Я уже ушла с этого святого места. Пошла искать магнит. Но вот этот приятный парень меня вернул почти от остановки на метро, потому что там магнитов не было. И помог мне купить магниты вот в этом маленьком-маленьком уголочке. Мои фото, мои фото. Good guy. А, да. Окей. Тук-тук, окей. Why? Thank you. Можно я сниму? Вот здесь я выбрала себе 4 магнита, потому что больше нигде магнитов не было. Спасибо мальчику, который помог мне их найти. Какая прелесть. Inside man. Главное, чуть не забыла магниты купить. Но магнит это святое. Магнит это вот я здесь был. Это нужно. Остальное такое. Школярки. कई बार बीच में कोई आ जाएगा. Цель достигнута. Нужно ехать дальше. फोटो बन रही है. हाँ फोटो खींच रही है. मैडम दोबारा हो रहा है. На станции Каджали не работают кассы, поэтому абсолютно все на хинди. Так, высовывать денежку туда, выбрать станцию. Централ Секретариат. Как хорошо, мне помогло. Success पूरी हो गया है. एक मिनट भाई निकल ला तुम्हारा. अरे यार एक निकाला है. तीन निकाल दो ना. तीन चांदनी चौक हम लोग को भी यहाँ तीन निकाल दो बॉस. इनका निकाल लेते हैं. पेमेंट दे देते हैं अलग से. दो टिकट है. Так, опять через металлоискатель. Обыщите меня, пожалуйста. Меня обыскали, можно ехать. Еду в общем вагоне для мужчин и женщин. Сейчас нет людей большого количества, так что тоже нормально. Next station is Nehru Place. Passengers are requested not to obstruct the closing process. Doing this is punishable. एक जगह बताओ कॉल अगर आपके टिकट बंद हो जाए interesting compared to coal plants. Compared to plant, बहुत less है. है पूरे में मेट्रो में हो जाए, इंडियन रेलवे में सब में Next station is Kainash Colony. Male passengers are requested not to sit on the seats reserved for ladies. स्टेशन दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे कृपया सावधानी से Next station, Eating and drinking is not permitted. Next station is Jhandewalan. Please do not play music inside the train. Я решила не выходить на своей остановке Централ Секретариат, а выйти на остановку раньше. Потому что не хочу идти по одному и тому же пути дважды. Сейчас я вышла на остановке, забыла как называется. Пройдусь минут 20 пешком до ворот в Индию, а уже обратно буду идти на остановку Централ Секретариат. Соответственно, я смогу снять разных дороги, два разных пути. Все-таки хорошо выходить не там, где запланировала, а вообще в другом месте. Excuse me, where is way to the Indian Gate? Right, okay. Right and left. Only right. Thank you. Справа от меня вот такие домишки прикольные. Однозначно местная круть живет здесь. Правда, они одинаковые. Вот у нас каждый пытается выделиться, отличиться от другого. А вот здесь одинаковые дома, ну понятно, что не для нищих. Ну, когда-нибудь перейду. Упетлял. इसमें निकल जाओ Макакёныш. Нет, это чай. Каково, конечно, мирина, но просто вот запах мирины стоит. Это родинник пахнет. Классно поют птички. Вот деревья все шевелятся абсолютно. Сидит там куча-кучно этих птиц. И все разговаривают на своем.